Корь продолжает распространяться в Беларуси. 11 новых случаев зарегистрировано в Гомельской области. Среди заболевших один ребенок, остальные взрослые. Вирус могли привезти из Украины, где сейчас особенно сложная ситуация. Большинство заболевших не были привиты. В Гомеле 4 пациентов пришлось изолировать. Они находятся в инфекционной больнице в закрытых боксах. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести. Симптомы – это температура, насморк, слезотечение и характерно для кори сыпь. Проводится на сегодняшний день эпидрасследование по установлению остальных источников инфицирования по городу Гомель, в частности. Сейчас медики вакцинируют тех, кто общался с заболевшими. Прививки в первую очередь рекомендуют сделать и детям. Напомним, впервые случаи заражения корью в Беларуси зарегистрировали в Гродненской области в Волковыске. Диагноз поставили 24 пациентам. Сегодня практически все, кто был, в том числе под подозрением на вирус, пошли на поправку.